Per voi, scritta per voi. Для вас. Эта песня написана для вас. До свидания, Москва. Воспоминания о первой любви. Такой хиповый мужчина. Композитор, проникающий прямо в сердце.
невероятно талантливый, продуктивнейший, великий маэстро. Для меня он как родной. Он очень красивый человек, я имею в виду его наполнение, его душу. Несмотря на то, что такая огромная звезда, он остается человеком. Пусть он творит еще и пишет побольше хороших песен. Наверное, такие люди рождаются раз в 100 лет. Он мелодист, гениальный. Это тепло, это вот душа, это отрыв эмоций, это вот столько вот красивого. Голос, идущий от всего, от сердца, от души. Потому что он талантлив, обаятелен, и дай бог ему здоровья на долгие годы.